Добрый день! Приветствую вас на канале Вика Пишер «Вязание крючком и спицами». И сегодня я хотела бы рассказать вам о совместном проекте, в котором я хочу поучаствовать. Он называется «Свяжи себе пару». Цель этого проекта – связать различные носочные изделия. Будь это следочки, пинеточки, носочки, гетры, ну, то есть все, что мы носим на ножках. Рукодельниц, участвующих в этом совместном проекте, уже достаточно много. Они вяжут уже целый месяц и навязали 108 пар носочков и следочков. Я подключаюсь в середине этого совместного проекта, который продлится еще месяц, и надеюсь пополнить это количество своими связанными изделиями. Сегодня я приготовила некоторую пряжу, которую, возможно, я извяжу за этот месяц, возможно, лишь частично, но будет видно. Итак, в первую очередь я хотела бы связать носочки для клуба 28 петель. Для них требуется специальная, более колючая пряжа, нежели обычная нежная пряжа для малышей. Такая пряжа у меня есть, так скажем, остаточки от других проектов. И вот из этого я хочу навязать вот таких вот носочков, сколько хватит. Далее, на данный момент я вяжу много хлопковых пинеточек, таких и связанной подошвой, и с фетровой подошвой. У меня целая коробочка разноцветного хлопка. Сейчас покажу. Здесь есть разные цвета. Пудровый цвет, желтый, несколько оттенков. Беж, розовый яркий, оранжевый цвет, коричневый. Есть темные цвета. Ну, то есть что-то из этого превратиться в пинетки в ближайшее время. Также я активно занимаюсь расхламлением пряжи, своих остатков, запасов, никуда их не выбрасываю, а буду находить им применение. Думаю, как раз в этом проекте они как раз и стратятся. Я насобирала то, что можно по толщине одной ниточки использовать, как-то комбинировать вместе. К сожалению, я уже не помню название этой пряжи, ну где-то вот это, допустим, Alize Real 40, вроде бы, если я не ошибаюсь. Но, в общем, что объединяет пряжу в этой корзинке, то, что это смесовка, то есть шерсть с акрилом, ну, в какой-то степени. Вот эти три части, одна и та же пряжа, поэтому я думаю также скомпоновать их в какие-то нежные носочки, розовый с серым, думаю, прекрасно совместится, но белый, конечно, универсальный. Также у меня есть вот такая вот белая и красная пряжа, тоже это одна и та же пряжа, одной и той же толщины, то есть ее можно скомпоновать, либо отдельно использовать, ну вот, думаю, должно хватить на носочки, может быть, даже на взрослый размер. Так, и здесь еще у меня есть моточек серой полушерсти и моточек чего-то пушистенького. Может быть, это Alize, которая с пушком, может быть, вот это Real 40, если я не ошибаюсь, или, либо та, там какая-то есть с пушком, какая-то без. Ну, в общем, думаю, вот как-то их совместить, и должно что-то получиться. Итак, увидимся с вами в следующем видео, где я покажу уже готовые изделия из данной пряжи. Всем пока!